Сейчас. Давай еще 10 минут погуляем, в отдел поедем. Смотри. Че на них смотреть? Клоуны какие-то. Саня. Тихо. Давай ты туда, я сюда. Не помешаю? Стоять! Двинешься на меня, тихо, мерзый! Тихо! Спасибо, Жень. А то вот самое интересное проспал. Я клянусь, мы никого не убивали. Ну, грабили, да, но не убивали. Вот тебе крест. Вас взяли при нападении на пожилого мужчину. Вы угрожали ему ножом. Да мы пугали. Угу. Мужчина, труп которого нашли вчера утром, тоже был убит ножом. На этом же вокзале. Допугались? Ну мы угрожали, и нам сразу все отдавали. Угу. А в тот вечер нас на вокзале-то даже не было. Где вы были вчера утром? Бухали. У Гришки. Мы позавчера тетку грабанули. Ну, взяли водки и пошли пить. А чухались только с утра, похмелиться нечем, ну вот и пошли. Узнаете? Это орудие убийства. Вы смеетесь? С кухонным ножом на дело ходить? Весело. Я что-то смешное сказал? Кто может подтвердить, что вы с подельником были у него на квартире? Соседи. Они вызывали полицию, когда мы утром драться начали. Полиция сможет это подтвердить? Нет. Мы все-таки уговорили, чтобы они не вызывали. Как уговорили?